сегодня мы проводим мероприятие, которое называется «Межкультурный форум «Искусство без границ» в рамках праздника «Октябрьский район собирает друзей». В 2018 году мы с гимназией города Лодзь заключили договор о сотрудничестве, поэтому очень рада, что они сегодня у нас в гостях. Я уже второй раз в Витебске, и у нас есть разные возможности сотрудничества. Соседям быть хорошо, но хорошим соседям быть еще лучше, и мы должны знать свои языка. Я выучил белорусскую мову, уже трёху разговариваю на белорусской мове. Если есть люди, есть родители, есть дети, которые хотят изучать польскую мову, это просто замечательный пример, и так и должно быть. Это очень здорово, что главные участники этого праздника, конечно, дети. Ну а сам праздник – это праздник мира, праздник дружбы, праздник взаимопонимания. Ну и, конечно, мы гостеприимная страна, и мы очень рады, что к нам приехали наши зарубежные гости. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.